Всем привет! Сегодня мы будем готовить жареную картошку с грибами в казане. Для этого нам понадобится, соответственно, сама картошка. Я ее уже порезал, залил водой, чтобы не темнело. Грибы собирал по осени. И кусочек сала. Там соль, перец, приправки. Все, поехали. Для начала нарезаем сало кусочками в виде кубиков. И дадим немножко постоять, чтобы нагрелся. Добавляем сало. Добавляем грибы. Еще минут 5 прошло, обжарили грибы, достаем. Даем обжариться несколько минут на одной стороне, потом переворачиваем. Картофель сделаем приправу. Чтобы готовить приправу, нам понадобится блендер. В блендер я уже кинул пару сухих грибов. Немножко кориандра насыпем. И зиры. Тоже все по вкусу. Так, закрываем. И взбиваем. Шикарная приправа. С одной стороны обжарился, переворачиваем. И ждем дальше. Уже посолим в конце. Обжарился, можно добавлять обратно грибы со шкварками. Дегустация. Да, в принципе, что тут пробовать? Это шикарное блюдо. Классика. Не может быть картошка с грибами невкусная. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!